Наконец-то Жору уболтали. Скоро поедете. Брум-брум-брум-брум-брум, трактор нахуй. У Жоры двигатель нормальный, да? Нормально у него такой. У него механика, что ли? Да. Нахуя он, бля, нихуя. Да что, яйца стучат? Это яйца. Вот на первый шоу, ушел бы ты на второй. Прям второй стучит. Хуя, блядь, дымит. Ох, не идет, блядь, тебя. Нихуя он, чё? Да он наш человек. Ах, но недолго. И вот там самое ебучее место, где, сука, страшно. Такое ощущение, что он загорелся, блядь. Нет, нормально, такой, сука, дым, блядь. И тут тролли оживились. Нет, тронуться там я уже пробовал. Тронуться тоже бесполезно. Сразу проворачивает. Ну кто пошел сразу? Нет, стой уже. А вот сейчас не, блядь, сейчас он где выебался, там развернулся за дерево, хорошо. Там страшно было. Он что, разворачивает его? Он нихуя что делает? Что у него очков? Да, очков. Да у тебя низкий, ты заебись. Так, неровности есть. Нихуя, блядь. Он сейчас оттуда поедет. Нет, надо. Вот зря он вторую включил, он на первой идти, идти. Че он в воду сливается? Припарковался. А сейчас посмотрим, яйца поджали, спортзал пули нет. Походу. Блюет. Ты там кого нашел-то, Жора? Что-то нашел. По танковой-то ездили. Я в грязь жопу уперся, получается, в лужу. Он не застрял, начали крутить, а не надо. Ну, я да, посмотрю, вот это у меня еще родной свой. Че он там делает, блядь?